Насколько был тяжелый матч, что вам не удалось победу вести, или все-таки ничья, может, нормальный итог в гостях, и ну, что основное вот сегодня? Ну, игра была нелегкая. Мы ехали, не скрывая, за победой только. Ну, я считаю, то, что мы здесь не добрали 2 очка, потому что ну, моментов вроде как было больше, реализация подвела немного. В принципе, здесь хорошая команда, хороший коллектив. Поэтому, ну, очко на выезде, наверное, это хорошо, да. Наша задача идти вперед и побеждать. Какие мысли были там, когда по перекладинам мяч был, да, когда с вашей стороны? Да, моменты такие хорошие вроде, как видите, мяч не идет в ворота. Ведь, конечно, хотелось победы, уже видели мяч в воротах, ну, значит, так судьба не распорядилась. Ну, как сейчас коллектив чувствует себя ближе к лидерам, да, вы вот как оцениваете сейчас турнирную ситуацию? Ну, как я смотрел, там отрыв небольшой и от первых мест, поэтому задача побеждать в каждом матче. В принципе, 7-е место, ну, я считаю, мы должны быть выше. Наша задача, я уже сказал, побеждать в каждом матче, поэтому будем бороться только за призовые места.